Сегодня в Ангарске стартовал самый престижный велозабег за всю историю проведения соревнований в округе. Местной федерации велосипедного спорта доверили проведение второго этапа соревнований «Учащиеся России». В нем принимают участие лучшие спортсмены Сибирского федерального округа и Дальнего Востока, от Томска до Хабаровска. Всего 159 человек. Иркутская область однозначно это фаворит. Я думаю, даже заранее могу сказать, что мы выиграем эти соревнования. Хабаровский край очень сильный, Забайкалье сильное, все команды сильные. Из-за осадков и холодного порывистого ветра трассу сократили. Вместо 25 километров спортсмены проедут 22. Велосипедисты стартуют в одиночном и массовом заездах. Соревнования будут проходить на объездной федеральной трассе с 3 по 9 мая. В это время автомобильное движение здесь будет частично перекрыто.